Компуктер. Компуктер. Счастье, радость, чем сладость, иконы. Так, продолжаем отвечать на ваши ломовейшие вопросы. Если у вас возник вопрос, задавайте все ссылки в описании. Денчик озвучу. Привет, Хикан. У меня на трех зубах кариес. Не хочу идти в стоматологию лечить. Боюсь, что больно и стоит что-то 3000 ре. Подскажи, что делать? Да тут проще простого. И же альтернативная медицина, народная медицина, испытанная годами. А вот как раньше-то не было никаких ни стоматологов, ни бормашин, ничего не было. Можно я скажу? Да, да, Денчик, пожалуйста. Люди специально за этим садились в тюрьму. Потому что зубы это было отягощение колоссальных просто масштабов. Они болели, ныли, не позволяли питаться и так далее. Люди шли, воровали что-нибудь, попадали в тюрьму на севера. Там благоприятный климат позволял им заработать что? Цингу. Цингу, правильно. Зубы это самый безболезненный, самый верный способ потерять все зубы. Зубы высыпаются, все, превосходно. Нет никаких отягощений, ничего не мешает жить, твой рот просто свободен и вообще. От этих оккупантов ты освобождаешь свой рот, понимаешь? Еще придается тебе вдобавок шарм, ты еще цепелявишь немножко. Так это сексуальность, у мужчины сразу прокачивается сексуальность автоматически, понимаешь? Естественно, конечно же, Александр. Какие ты советы можешь дать? Что делать человеку? Ну вот, один из советов, который вот я сейчас слушал, вас придумал. Ну, точнее, не придумал, но он как дельный совет. Ну, реально так многие раньше делали, я думаю. Он идет в магазин, покупает самую дешевую бутылку водки. Идет к ближайшему какому-нибудь хронику соседу. Наливает ему стакан, себе стакан. Они дергают по стакану. Он дает ему плоскогубцы, и тот плоскогубцами ему выдирает зубы. Я считаю, можно сделать фееричным. Наливаешь ему стакан, себе стакан. Напивайтесь до поросячьего визга. И ты ему говоришь, сосед, ну ты пидорас. Он тебе просто по одному каждый зуб выносит. Тут самое важное этими зубами не удавиться. Ну или нажраться до такого состояния, чтобы мордой прям на ступеньки брякнуться. И тебе прям сверху кто-то это? Нет, просто как вот так вот. Американская история X? Плашмяком брякнуться на ступеньки. Ну, здесь есть один шанс челюсть просто выбить. Ну нормально. Вообще. Ну нам же это не нужно. Зачем? Ну, как нужно от зубов избавиться? Нет, кариес вылечить. Вместе с зубами. Конечно, можно взять еще, допустим, перфоратор. Насадить туда мелкую, сверло мелкое, и там немножечко, а потом сначала стартовой шпатлевочкой, а потом финишной. Ну что, зашпаклевал нормально, а что? Можно арматурой укрепить, там мелкую стружку, короче, взять, вот, распилить болгарочкой, отпилить просто чуть пилкой по металлу, укрепил нормально, все. Можно, допустим, металлом каким-то расплавить, свинца, допустим, да? Да, дырки заделать можно. Свинца. Заклепал хоть каждый день, не будет вываливаться, ты хоть каждый день плавишь, там, знаешь, вот как глаза закапывают, да, из этого, из тюбика, а ты можешь просто свинцом, к примеру, хоп, все, уловом каким-нибудь, например, с паяльника прям. Заделывать можно, а если есть еще, да, кариес, дырки, это я могу посоветовать, это... Стружки с дерева, опилок жевать, чтобы оно в дырочки туда понабивалось. Ты пожевал хорошенечко так. Пожевал так именно с усердием таким. И тоже забилось превосходно. Хорошо. Конечно, можно еще по одному пути, который, в принципе, уже был озвучен. Просто как совместить приятное с полезным. К примеру, ты неуверенный в себе человек, да, вот пишет Хикан, прокачать уверенность. Как это сделать? Ну вот как? Ну не могу, никуда не стесняюсь. Ты идешь, к примеру, вот у тебя есть какая-нибудь, да, а она занята каким-нибудь Ерохиным. Ты, естественно, идешь, ты понимаешь, что, ну, блин, он тебе даст в щи 100%. Ты идешь, эй, с чего, блядь, быстро сюда подошел. Ерохин, он недоумение, что же это происходит? Он говорит, это ты мне, что ли? Говорит, да, пидорас, как Денчик уже озвучил, тебе именно, тебе, голубчик, иди сюда. И ты на него всячески наезжаешь, и во время... Только необходимо уловить этот тоненький момент, когда он заносит уже свою руку и подставить вот эту сторону необходимую, немножечко, знаешь, этот, наведение, чтобы его не подвело, то есть прицел, чтобы его не подвел. Когда он уже заносит, ты наносишь своим зубом
эпический удар ему в кулак. То есть подставляешь, и он заодно тебя выносит, и ты прокачиваешь свою уверенность в себе. Ну, все хорошо, но все эти способы, они болезненные. Человек не хочет боли. Ну, болезненные, знаешь, вся жизнь наша болезненная. Конечно же, дорогие мои хорошие, все, что мы это сказали, это, конечно, были злые шутки. И другой альтернативы, как просто пойти в больницу, чтобы тебе там укололи чем-то обезболивающим. Почистили, вылечили и запломбировали. Да, по-другому не как. Ну или как в старые добрые времена, нитку наматываешь и ждешь, пока кто-то тебе там или к самосвалу, или к трамваю приматываешь, пока ты с ним. Ну как, коренные зубы вырывать, я себе это не представляю. Ну а по-другому никак, а как? Больно, вся наша жизнь боль. Хочешь, он приезжай к нам, ты здесь поживешь, а я за тебя зубы полечу. Так что, дорогой мой хороший, боли соотносительно. Ну, а Денчик что-то смеется. Ну что, кому-то... Я просто представил себе эту картину. Что, кому-то руки-ноги отрывают. Ну, люди живут, а кто-то боится за 3К полечить зубы. Все относительно. Так что, хиканы, конечно же, что мы наговорили, это, конечно, весело. Но одновременно и грустно, если посмотреть с другой стороны. Так что... Не бери в голову иди лечи зубы. Бери в рот, да. Чтобы брать в рот, да. Идите, хиканы, в больницу, не слушайте никого, ставьте классы, подписывайтесь на мой канал, донатьте нас бабуле на бичпакеты, заказывайте рекламу. Компуктер, 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 компуктер.